Теперь Сирия. Правительственные войска и отряды народного ополчения при поддержке российских воздушно-космических сил провели несколько успешных наступательных операций. В провинциях Идлиб и Хама уничтожены командные пункты боевиков, ликвидированы десятки террористов. Военные теснят противника и в окрестностях Латакии, там освобождены несколько сел. Между тем, ВВС, так называемые западные коалиции, которые возглавляют Соединенные Штаты, по ошибке нанесли удар по лагерю сирийских войск. Погибли 4 военных, еще 16 ранены. Произошедшее Дамаск назвал актом агрессии и обратился в Совбез ООН.